Это инструктор. Так, сегодня, короче, 2 сентября 2017 года. Наконец. Там указатель. И наконец, короче, я Черноземов с Алексеем Ивановым. Леха уже больше 10 лет, когда. А я только сейчас первый раз приехал. Ой, не надо, Леха. Включи видео. Видео. Чтобы я выключился. Видео. Лёх, не надо, я твой детей. Нет. Если бы я приехал, то не Лёха, ну хватит. Лёха, ну хватит. Ты же меня так жестко погадал. Леха, это Марина взлетела? Да. Это ж... Я такой. Да, с мастером спортом. По парапланированию, по парапланному спорту. Да. Парапланину. Вот так вот. Нет. Подержать? Да, на посадке интересно, посмотри, как ты садился. Вообще кайфово. Капец, ты, Леха, меня покрутил, а? Я вообще, у меня во рту аж пересохло. Вот примерно так, да? Давай! Первую мировую. Как он так, этот, крыло, да, тоже странно? Мне кажется, что оно сейчас перекинется за нас. А оно, это... Блин, ну сейчас метров 50, мне кажется. Это Ваня говорит, да? Он тебя обижен. Ну, что он обижен? Я ему деньги отправил позавчера. У меня реально не было если денег. Ну, вот видишь, он... Он думал, что не работали ни хера. Ну, он думал, что как бы да похрен на стройке, он сейчас ушел опять на парапланеризм. И у нас с парапланеризмом полная жопа. Что делать теперь? Ну я тебе так, не в укор, а как бы. Просто. Ну понятно. Ты не знаешь, давно, Леха, я не отношусь к тем, кто это. Вон Марина там наверху. А вот мы уже внизу. Ох, я аж этот, я руки намазолил об эту стропу, потому что очковал. Какая-то база. Так, с нами будет бежать, да? Нет. Тима, я там. Привет, телега. Переставь вон туда, пожалуйста, машину. Да, вот где велосипед, убери его вот под этот. Давай, короткое интервью после приземления. Это было незабываемо. Это первый полет, и он мне запомнится надолго. Иди еще приводи друзей, чувак. Обязательно. Приведу.